Йоу, друзья мои, всем большой привет и добро пожаловать в игру The Sims 4. Так как у нас вот скоро выйдет очередной Mortal Kombat, я думаю, что нам пора расширить количество мартушных персонажей в Sims 4. Кто не знает, несколько лет назад я создавала Мелину и Китану, также я создавала вроде как Джонни Кейджа, Соню, Кейси. И так как вот недавно мы с вами тестировали 11-ю мартуху, там у нас было два женских перса. У нас была Джейд и Скарлетт, которые мне очень сильно понравились. Кстати, если вам они тоже понравились, ставьте лайк. И я думаю, что сегодня мы попробуем из вот этих двух милых девушек попробовать их создать. Также я вам покажу, какую одежду я для них нашла. Да, к сожалению, одежды из Mortal Kombat очень мало, но в любом случае, сейчас мы их сначала немножечко переделаем, а потом перейдем к переодевашкам. Ну что, погнали? Yeah.
Вот такие персонажи получились. Вот такая вот Джейд и вот такая вот Скарлетт. Я использовала скриншоты из 9 и 11 Мартухи. Как видите, Джейд у нас такая вот спортивная барышня. А на некоторых скриншотах она с косичкой, на некоторых с хвостиком. Я решила взять для нее хвостик. Мне кажется, что смотрится он очень и очень даже симпатично. И сейчас я вам покажу, что я нашла для нее из одежды. Я совершенно случайно наткнулась на шикарнейший наряд для нашей Джейд. Давайте посмотрим, где у меня он тут находится. Я вроде бы его видела, вроде как. Давайте посмотрим. В общем, он сделан просто шикарно. Также такие вот наряды есть для Китаны и Мелины. Они тоже, ну, гораздо лучше, гораздо выше качеством, чем те, что я использовала при прошлом создании персонажей. И, честно говоря, может быть, я бы переделала тех персов, потому что хотелось бы, конечно, чтобы смотрелись они очень круто. Так, вот, кстати, такая у меня есть Мелина, да, у меня... Хотя, кстати, вот мелиновский костюм очень даже и классно смотрится. Так, давайте найдем. Вот, вот, вы только посмотрите, какая у нас Джейд. Я думаю, что мы немножечко ей грудь уменьшим, хотя, вы помните, в 9 части там барышни ого-го какие ходили. Может быть, немножко ей попу уменьшим? Вот, отлично. Обувь. Что у нас есть из обуви? Нам нужны какие-нибудь высокие сапоги, вроде бы я... качала и из этой коллекции, и качала другие немножко сапожки. Сейчас посмотрим. Так как Джейд у нас вся в зеленом, то и сапожки должны быть у нее соответствующего цвета, потому что я скачивала несколько вариантов. Нет, ну можно было бы, конечно, ее так выпустить, но я думаю, что это будет смотреться крайне дико. Вот такие были сапожки для Мелины. Ну, кто смотрел прошлую, скажем так, мою запись по персонажам, тот знает. Вот есть такой вариант. Ну, видите, он немножко попроще. Такой вот вариант сапожек, где-то у меня вроде бы вот такие вот сапоги, но мне кажется, они немножко ей ногу утолщают, давайте сделаем чуть-чуть потоньше ей ножки, ну, в общем, вот так вот как-то смотрится, и согласитесь, ну, так, что у нас тут кусок ноги торчит, вот так уже посимпатичнее, вот такая вот получается у нас Джейд. Теперь, я думаю, мы должны для нее подобрать маску. Хотя, мне кажется, и без маски она могла бы отправиться. Ну, пусть у нас еще будет маска. А где у нас тут есть масочки? По-моему, у меня маски были либо в шляпах. Шляпы. Часть масок была действительно где-то здесь. Но я так понимаю, что, скорее всего, она у нас... Вот есть, конечно, такой вот вариант. Но мне кажется, в таком она вряд ли бы ходила. У меня были классические маски, которые я использовала на наших персонажах. При прошлом создании, я думаю, что мы сейчас что-то похожее здесь найдем. Так, это у нас получается убор... Вот наша маска. Ну, она, как видите, не плотно особо прилегает, но вот так вот она у нас выглядит. Кстати, я еще скачивала оружие для наших персов, но, по-моему, к сожалению, для Джейд ничего не было. Видите, у нас есть для Китаны оружие, у нас есть оружие для Мелины... А вот для Джейд и тем более, что для Скарлетт, конечно, я не нашла, ребят. Если вы найдете, нашла вот такую вот только штуку, по-моему, у нас запускала вот эти глейвы наша Джейд, если я не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, ну, видите, у нее тут как бы зеленые эти самые, зеленые камушки такие встали. Во! Нет, ребята, скачалась, ура! Вот такая вот стик, MKX-стик, как вы видите, для нашей Джейд. Блин! Слушайте, ну действительно, хоть иди, да сражайся теперь с использованием нашей Джейд. И я предлагаю перейти тогда к нашей Скарлетт. Сразу вам хочу сказать, что Скарлетт получилась, ну, мне, наверное, больше нравится такая, какая она в Мартухе, понятное дело, потому что в большинстве скриншотов она, к сожалению, с закрытым лицом, то есть, и я нашла только парочку скриншотов, да, я уже записываю ролик после того, как наша бета доступна была. И я видела на одном из скриншотов, что у нее достаточно широкая челюсть. То есть у нее не вытянутое, не удлиненное лицо, как у Скарлетт, а достаточно широкая челюсть. Хотя я бы ей сделала чуть-чуть поменьше. У нее получится достаточно взернутый такой носик. Красные глаза, понятное дело. На некоторых скриншотах у нее были черные брови, на некоторых красные. Ну да, красные, логично. Хотела сказать коричневые, но почему тут коричневые? Прически у нее также были как короткие волосы, так и длинные, но я решила взять такой вот растрепанный хвостик. Кстати, давненько мы с вами Альфу не использовали, знаете, как-то даже соскучилась. А вот такая у нас получилась наша Скарлетт. Слушайте, я же... Да, все использовала. И теперь я предлагаю, конечно же, подобрать для нее костюм. Ну, костюмов для Скарлетт было еще меньше, к сожалению. Я нашла только
те, что использовала ранее, вот из вот этого наборчика. Вот такой вот, видите, красный костюм у нее. Из этого же, в таком же стиле у нас есть для нее ботиночки. Так, где вы тут? Вот тут, по-моему, у нас ботиночки, да. Вот так вот они у нас выглядят. Из оружия, к сожалению, у нее, я видела, были какие-то кинжалы, но у нас кинжалов нет. У нас кинжалов нет, поэтому будем считать, что она у нас будет безоружная ходить. Хотя это, конечно, очень грустно. Можем, конечно, дать вот эту штуку, но мне кажется, что это будет как-то не очень красиво, поэтому предлагаю ее оставить вообще без оружия. Будем считать, что она у нас такая вот девчонка, силой мысли может побеждать своих врагов. Если, конечно, вы что-то найдете, ребята, обязательно сбрасывайте в мою группу ВКонтакте, потому что мы максимум сейчас что можем выдать из оружия. Ну, не знаю, вот такой вот меч, который она, конечно же, никогда не использовала, мачете. Но с мачете у нас, я думаю, что Скарлетт бы ни в каком бы случае не бегала. Ножи, кинжалы, ну это скорее похоже на такого, знаете, нож. Как будто бы она на кухне резала что-то там, не дорезала и побежала себе воевать. И нам теперь нужна маска. Нам нужна маска. Тоже маски у меня были из тех предыдущих наборов. По-моему, я Китану, для Китаны создавала в таком же стиле персонажа. Точнее, Китану создавала в таком же стиле. Где-то у меня здесь близенько. Вот, масочки. Ага, у меня, смотрите, есть вот в таком вот стиле. Но это для Мелины маска. А нас интересует немножечко другая. Так, вот здесь, да, красного цвета. Вот такая вот маска для нашей Скарлетт. Давайте рассмотрим наших персов. Вот такая у нас с вами получилась Джейд. Она мне очень нравится. То есть вы видите, что над ней постарались просто сверх нормы. У нее очень классный костюм. И, как я уже говорила, у меня есть еще такой же, скажем, детализации костюм для Мелины и для Китаны. И вот такая вот у нас получилась с вами Скарлетт. К сожалению, без оружия. Может быть, вы мне подскажете, какой бы вид оружия вы хотели бы ей добавить. Ну, из тех, что у меня есть, потому что вы видели, что оружия у меня немного. Но костюмчик, тем не менее, тоже смотрится очень и очень даже круто. Если вы хотите переделку Мелины и Китаны, напишите, пожалуйста, в комментариях. И, конечно, напишите в комментариях, кого бы вы еще из мира Mortal Kombat хотели бы увидеть. Понятное дело, что всех я реализовать не смогу, того же Бараку, но это физически будет невозможно. Но вдруг я кого-то из них найду, обязательно попробую сделать. Надеюсь, друзья мои, вам понравилось. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал. Хорошего вам настроения. Пока-пока. Acting out for days, nothing to do.